Привет, зрители. Это у нас двухточечная божья коровка. Двухточечная божья коровка достигает 3 мм, 5 мм, 5,5 мм. А личинка достигает 5 сантиметров. Самца не черного цвета, как этот. И у самцов 4 пятна. У самок 2. Они цветом еще отличаются, потому что у самцов черный, а у самок красный, как у всех божьих коровок. Они семейство жесткокрылые. Как все жуки. У них есть 4 крыла у жесткокрылых. Потому что у них впереди всегда твердые крылья. И есть еще задние крылья. Они красного цвета. У самцов оранжевые пятна. Всякие цвета. Синий, желтый, оранжевый, зеленый и красный. Это обозначает ядовитый. То есть у них есть белые пятна. Вы всегда подумаете, что это глазки. У них вообще-то черные глаза. И на них на лобе нарисована А, буква А. А у самок буква М. На этом колокольчике я ела. А божья коровка есть тыю. Она помогает. Целому огороду, целому саду людям помогает от тыи всяких вредителей. Я видел в своей жизни яйцо. Ну, как бабочка. Яйцо, потом личинка, потом кока и потом взрослое насекомое. Есть много видов божьих коровок. Божья, потому что не кусает. Коровка, значит, милая. Если сказать, позже коровка иди на небо, там твои детки кушают конфетки. Она полетит тогда в космос за своими детками. У них под низом прозрачные крылья. Кстати, рассказ у него глазки дракона и две дырочки носа дракона. Они обитают в России и Украине. Встречаются в лесах, в парках, иногда в заповедниках. Это там все жуки редкие иногда появляются. У личинки 6 ног. Называется нимфа. Личинка божьих коровок. Распространен этот вид божьих коровок только в России и Украине. А на всех континентах они не очень там распространены.
Ну, божья коровка. Если его съесть, птичка не будет больше есть божьих коровок. Потому что божьи коровки, если их съесть, тогда умрут птички. Во-вторых, пауки их даже не едят. Они очень полезны для людей. Вот, божьи коровки есть разные. Оранжевые, синие. Разных цветов. Пятна у них черные. У обычных божьих коровок. А у нее оранжевые пятна. Божьи коровки очень крутые хищники, которые поедают ей. Ты их очень боятся. Они едят ест все растения света. Еще божьи коровки и другие вредители едят. Например, клопов всяких. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!